Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы по-прежнему в Паланке. Сегодня с утра сходили на пляж, а во второй половине дня решили сходить в парк. Вот пришли мы в парк. Интересные скульптуры. Они еще и озвучены. Вот сейчас слышно звук, сейчас мы подойдем. Можно послушать историю, ну, самой скульптуры. Пошли слушать и смотреть. Это скульптура лисы. Судя по всему, это басня про лисицу и журавля. Вот, лисица с кувшином на голове, скажем так. Вот, и рассказ можно послушать, можно почитать об этой лисице. Сейчас я включу на английском языке. A fox and a jug. Once upon a time, a woman left for work in the fields and took a jug of milk with her. The weather was hot, so to make sure the milk does not go bad, the woman placed the jug in the nearby bushes. A fox happened to be running past the bushes. Оригинальная качеля. Ребенок качается, как ковш на цепочке. Как оказалось, это не просто качеля, а тут тоже есть рассказ. Какие-то истории из сказки, или рассказы, или мультфильмы, не знаю. Это не просто качели. Тут вот описана вся история. Почему она такая? Могу включить. Можно начать слушать. The sky is falling. Once upon a time, the cat left his home in search of mice. He was poking and snooping around the nearby cabbage field. Послушать можно на двух языках, на литовском и на английском. Fell onto the tip of his puffy tail. Scared to death. Еще одна скульптура с описанием. Какой-то домик. Интересный. Подходим еще к одной скульптуре. Тут уже кто-то включил для нас описание. Сейчас посмотрим. She remembered her parents, brothers, sisters, and other relatives. Egli wondered how they all were doing and whether they were still alive and in good health. So many years had passed, and mayhap they were already long dead. She started longing for her homeland, wishing to see everyone she knew. After so much time, she finally felt homesick. The serpent, however, had a bad feeling about this and did not wish to let her go. Колесо крутится как маятник, туда-сюда, туда-сюда. But first, why don't you spin this silk for me? That can be found. Его не раскрутили, оно просто самостоятельно. And took on the task so enthusiastically that she worked for several days straight. The spinning spun for days. However, the unspun silk. Еще одна скульптура. Ты какой-то розовый козлик. И тут стишок. Сейчас включим этот стишок. Old Granny had a billy goat. Old Granny had a billy goat. Не стишок даже. Oh, my Jojo, a billy goat. He hopped into a garden of rue. Clip-clop, clip-clop, a garden of rue. Old Granny went to herd the billy goat away. Oh, my Jojo, to herd the billy goat away. The little rascal billy goat heeded none of her words. Clip-clop, clip-clop, heeded none of her words. Old Granny took a very long whip. Oh, my Jojo, a very long whip. Розовый козлик куда-то скачет. Clip-clop, clip-clop. Эта скульптура изображает рыбные кости. И внизу тут есть описание сказки о том, как волк кушал рыбные кости. Вот. Называется скульптура «Расскажи мне сказочную историю». Позволь рассказать мне сказочную историю. И вообще теперь я уже поняла, этот парк называется «Парк сказок». Мы там на входе. Я уже вспомнила, что это переводится в «Парк сказок». Включаю на английском. Let me tell you a fairy tale. Let me tell you a fairy tale. Of a wolf munching on a fishbone. Красивый вообще парк. Of a wolf sitting on a red stump. Красивые сосны старые. Sitting on your mommy's palm. Очень чисто. Даже подозреваю, что тут убирают регулярно шишки. Ну, стригут траву, это тоже видно. I once climbed a mountain high and saw a church facing the sky. Built of bricks of cheese and propped up on cheesy pillars. Topped with roof of pancakes. Эта скульптура называется «Солнце и луна». Мне кажется, что вот это солнце
когда ветер вращается. Сейчас просто тихо, но, скорее всего, вращается вот так вот по кругу. Описание этой скульптуры. Вот, солнце и луна. The sun and the moon. Once in a long past age, so long ago that there were no people, there lived the moon and the sun. The two resided in a high castle and loved each other dearly. They started a family and were gifted with a beautiful daughter, whom they named Earth. For many years, the moon and the sun lived together happily, but there came a day when the two got in a horrible row. You are so hot-headed. Это история о том, что и на солнце, и на луне очень-очень давно жили люди. If you do not change, I will leave you. And you, you are as cold as ice. If you do not change, we won't be able to coexist. Then let's separate the moons. Подошли мы еще к одному парку и тут увидели табличку предупреждения, что тут есть клещи. Мы ходим по дорожкам, по траве не ходим. Но очень интересно, что об этом предупреждают, о такой опасности. В Паланге есть интересный парк, в котором собраны скульптуры литовских мастеров. Вот мы его нашли. Это коллекция Национального музейного фонда. Здесь больше 20 скульптур. Они вписаны в ландшафтный дизайн. Кроме скульптур, тут очень много интересных растений, клумбы красивые. Очень красивый парк. Ева из Швентвакарая. Лицо видишь? Маленькая девочка, скульптура 79 года. Циркуариста Антанас и Йонас Юшко. 72 года скульптура. В центре парка шахматная доска. Такая напольная, скажем, с большими фигурами, чтобы играть в шахматы. И рядышком есть мраморная для традиционных шахмат. Их, наверное, можно принести с собой, шашки, шахматы, и играть. Скульптура «Отдых». Эта скульптура не подписана. Даже не знаю, что это может быть. Может, это музыканты или что это такое. Не знаю. Девушки с какими-то инструментами, с колесами. Говори. На территории парка есть площадка, на которой установлены зонтики. В хорошую погоду здесь, наверное, проводят мероприятия. Интересный экран, там сцена, видимо, для музыкантов. Здесь же подиум для зрителей. Ну, можно хорошо провести время здесь. Но сегодня просто погодные условия не такие подходящие.
уже вышли из парка скульптуры, но скульптуры продолжаются. Какой-то джентльмен в цилиндре на входе в концертный зал Паланги. Этот джентльмен стоит. Там же в контейнерах возле входа гортензия метет, читаю. А вдалеке дама с собачкой. Сейчас мы к ней подойдем. Тоже скульптура. При подходе к концертному залу Паланги со стороны главной улицы стоит вертикальная клумба из бегоний. Красивые красные бегонии. На площади перед концертным залом необычный фонтан. В определенном режиме он таким стреляет водой, скажем так, необычно.